Итальянская оппозиция требует от правительства объяснить, как сотни людей смогли устроить флешмоб с нацистским приветствием без вмешательства полиции во время митинга в Риме в воскресенье вечером. Государственное телевидение РАИ сообщило, что полиция проводит расследование. Но Элли Шляйн, лидер демократической партии, потребовала от министра внутренних дел дать объяснение в парламенте по поводу бездействия стражей порядка. Вне парламента министр уже дал некоторые разъяснения. Chi gestisce l'ordine pubblico deve avere il compito di fare in modo che quella manifestazione si conduca a termine con modalità tali che, insomma, si prioritariamente non si registrano incidenti. Премьер-министр Джорджа Мелони еще не высказалась, но ее заместитель, глава итальянской дипломатии Антонио Таяни, который представляет правоцентристов правящей коалиции, заверил, что его партия не является фашистской и что все акции в поддержку диктатур должны быть осуждены. Воскресный митинг в Риме проводился в память об убийстве в 1978 году членов нефашистской группировки.